Підтримати імунітет сім'ї легко. Алфавіт містить також цинк, селен, вітаміни D3 і С для зміцнення імунітету. Алфавіт – грамотна турбота про здоров'я. Вот тебе туз козырный, а вот тебе шестерки на погоны. Ну давай, карточный долг, дело чести. Та на, подавись ты. Батька мне еще медальку подарит. Моя прелесть. Хорошенькая. Еще разочек? Давай еще раз. Ага. Я смотрю, заседание в полном разгаре. У полном, да. Да. Ага. Никто не знает, чего нас тут собрали. Ну так вы же из КГБ. Вы же должны все знать. Если бы я все узнал, я бы еще 23 февраля уволился и уехал в свою любимую Италию. А так я знаю ровно столько, сколько мне говорят. О. Ну что, сказали, что какой-то важный хрен из Москвы приедет, значит, всем явиться, взять с собой карты. Ну я взял и карты, и домино, и Элиас. Чтобы не тупить, как в прошлый раз. Ну, правильно. Ну, а как вообще обстановка? Ну, звонил нашим коллегам в Россию, ну, в Министерство отступления, обороны. Вот. Ну, они такие все, такие поникшие, такие грустные все. Ну, конечно, у них такие потери. Да, потери очень большие. У одного виллу забрали, у другого яхту. В Европу вообще не выехать, не отдохнешь, кошмар. И что, это война у них туго идет? Ой, туго, туго. Да не, говорят, что все идет по плану. Вы тоже думаете, что у них план проиграть войну? Похоже на то. Ну да. Ну а ничего, слыхали? Нам же ж иранские дроны начали поставлять. Еще как слыхали. Я вчера дома сидел, мой сынок на мопеде в гараж заезжал, так я чуть не обосрался. Ну как чуть? Собачка носик показал. А вы видели? Наш Путину трактор подарил. Ага. То есть на что тому трактор? Нет, так там ведь как было. В преддверии юбилея Путина наш к нему, значит, подходит весь такой, раз такой, на коленку садится ему, усами ушко шевелит, щекочет. Ну и что тебе подарить, человек мой дорогой? Ну, как в свойственной ему манере. С баяном. Да, баяном. Два часа чечетку бил. А тот ему и отвечает: подари мне Беларусь. А наш такой дурачком прикинулся, типа недопонял чего, и подарил ему трактор Беларусь. Ну? Ну, молодец. Молодец. Ну, молодец. Молодец. Но он же не просто подарил, он же еще за это 1,5 миллиарда долларов выпросил. Ну да. Получается, не подарил, а продал. А? Нормально так трактор продал. Молодец, я говорю. Слушайте, а надолго нам этих 1,5 миллиарда хватит? Как вы думаете? Ну, по моим наблюдениям, значит, если батька начинает говорить, что Беларусь — это Европа, все, деньги кончились. Обычно так, да. Думаете, Путин дожмет нашего? Я думаю, артрит их обоих дожмет. Это точно. Я вообще не понимаю, кому нужна была эта война? Если какие-то разногласия у вас есть, так соберитесь вы втроем, Путин, Лукашенко, Зеленский, прямо на боксерском ринге и по-честному, двое против одного, выясните отношения. Ну, не, да. Так не пойдете. Не. Это же вам не хоккей, там никто поддаваться не будет. Я думаю, мелкий их наваляет. Наваляет? Конечно. А что вы вообще думаете про это формирование объединенного войска с Россией? Вот это будет катастрофа. Мы ж только в туалетах, там в казармах, унитазы новые, биде поставили. Разнесут все. Ничего этого не будет. Да? Меня другой вопрос интересует. А кто командовать будет этой армией? Наш или Путин? Не, ну... У нашего-то военного опыта никакого нет. Никакого. А у того есть. Хотя у того такой опыт,
что лучше пусть наш командует. Пусть командует. Не, ну понятно, что лучше командующий сейчас это Залужный. Ну понятно. Одна проблема, он против нас. Ага. Проблема. Маленькая проблема. Ага. Хоть бы не напал. Дай бог, дай бог. Дай бог, дай бог. Слухайте, а кто-то реально видел, откуда на Беларусь готовилось нападение? А? Я видел. Так? Прям из башки нашего главнокомандующего. Там вначале тараканы поперли, а потом с ЗСУ на белых БТР. Как погнали там все сразу. Товарищ офицер. Здравия желаю, товарищ хрен из Москвы. Ну, давайте не так официально. Присаживайтесь, пожалуйста. Ну, что я вам хочу сказать? Час икс настал. Час икс? Да. Это что значит, что танки Z и V закончились? И вы наши теперь возьмете и на них икс намалюете? Вот это зря. У нас народ простой, прочитает как Х, ночью уйня допишет. Подождите, час икс. Это означает, что пришло время освободить территорию от незаконной власти. Ни хрена себе, это мы такие смелые? Это мы прямо попрем на президентский дворец у Минску? Ну что? Да нет, на Украину. Мы должны открыть второй фронт. А первый что, закрывается? Все, профукали. 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 Подождите, подождите. Нет, дело в том, что мы вместе наконец-то сможем победить хунту на Украине. Поэтому нам нужен план по освобождению Украины. Да. Я сейчас что-то смешное сказал? А, не. Не, план, конечно, хорош. Хорош. Вот. Да. За 2-3 дня справимся. Не, я думаю, мы даже на следующий день в плен сдадимся. Вот так. А что? Да, а чего? Подождите, вот именно поэтому нам нужен план, при котором никто сдаваться не будет. А я предлагаю захватить территорию, которая севернее, вот и между Польшей и Прибалтикой. Вот. Да, такая задрыпанная, знаете, территория. Я думаю, мы ее за 2-3 дня точно возьмем. Маленькая такая. Подождите, вы нормальный? Это Россия, это Калининградская область. Вот и я же об чем. Просто вы пока там в Украине заняты, может, мы ее махнем, не глядя. Вы что, больной? Я вакцинированный. Спутник В. Спутник З. А я переболел. Так, я хочу вам напомнить, что, между прочим, мы с вами союзники. У нас с вами союз. Так это мы помним, что у нас вот. С вами союз. Мы просто не помним, зачем он нам. Как это зачем? Чтобы маленькая беззащитная Беларусь была под защитой сильной и мощной России. Я извиняюсь, а если сильной и мощной России надавали мощных люлей, нам обязательно уписываться? Подождите. Вы, наконец, должны доказать свою преданность. Вы должны показать всем, что у вас есть яйца. Так это есть! Есть! Конечно! Яйца, ложка из-под курицы. Мясо у нас есть. Это творожок, сметанка. Вам пожрать надо. Трикотаж. Да что вы мне рынок какой-то тут устроили? Не, ну вы сами просили яйца. Слушайте, мне вот интересно, а вам самим-то не обидно, что про вашу армию уже анекдоты рассказывают? Так, интересно, а какие это анекдоты, кто рассказывает? А чем белорусская армия отличается от бритвы, а? Ну, чем? Бритва опаснее. И что? Это ж правда. Это какой-то правдивый анекдот? Союзнички. Значит так, нам нужно утвердить план нападения на Украину и у кого какие будут предложения. Слушаю. Предлагаю. Вас. Да, давайте. Провести операцию под кодовым названием «Красный крест». Хорошо. Хорошо, это как? Завтра в 4 часа утра мы все берем больничные, и больше это не наши проблемы. Я за. Знаете что, в этот раз
У вас не получится поступить так, как вы поступаете всегда. Ну и вообще, ну соберитесь, ну вспомните Вторую мировую, вспомните Белорусский фронт, вспомните, как мы вместе гнали фашистов, ну! Да, но есть один нюанс. Какой? Тогда украинцы за нас были. А так, по итогам войны нас могут еще и к Черниговской области присоединить. Эти могут. Еще пару хаймерсов, и на Ялтинской конференции наших делегаций может и не быть, знаете ли. Так, я прошу вас отставить панику. Давайте конкретнее. Так, что у нас по готовности сухопутных войск? Готовность 82%. Вот, хорошо. Воздушно-десантные войска? Готовность 82%. А я чуть не понимаю, почему все время 82%? Нам какую цифру сверху спустили, мы такую и озвучиваем. Никакой самодеятельности. Хорошо. Какая реальная картина в армии сейчас? Реальная картина прекрасная. Прекрасно. Вот так. Только у нас нечем наступать. Мысли нечем. Мы вам поставили столько техники. Да, техника есть. Есть. Есть, все вот. В порядку. Хорошо. Но на прошлых учениях мы отрабатывали маскировку. Результат учений ошеломительный. Ошеломительный. Замаскировали так, что третий месяц ищем. Мы найдем. Да сколько тут той Беларуси? Найдем. 2-3 года и найдем. Да. Точно. Так, с техникой все понятно. Поговорим о личном составе. Есть ли у белорусов мощное ударное подразделение с боевым опытом? Есть, просто зверы. Полк Костуся Калиновского. Отлично. Где они сейчас? В Украине. Уже борются за будущее России? Ну, можно и так сказать, да. Да, за будущее России, да. Так, ладно, давайте, я прошу вас собраться. Смотрите, войска для усиления мы перекинем, и давайте разберемся с планом. Я просил вас взять карты. Вы взяли? Уже раздаю. Давай. Наконец-то. Какие-то планы, тянем, бои. Тянем что-то. Давай. А вы что делаете, а? Я просил вас взять топографические карты. Все взяли, как вы сказали, вот с голыми бабами, топографические. Так, ладно. Хорошо, что я взял с собой планшет. Сейчас я вам покажу, откуда готовилось нападение. Боже, какая заразная фраза, а? Так, давайте посмотрим, что у нас здесь. Вот. А, нет, это ваш главнокомандующий нашему рисовал. Уберем. Гляньте, пальцем по экрану высыпает. Ну что, ты что, терминатор, что ли? Или батюшка? Вы что, никогда планшеты не видели? Да видели, да, видели, видели, конечно. Они у нас вот такие. Белорусские планшеты? Планшетка называется. Понятно. Так, хорошо, давайте вернемся к плану. У кого какие есть варианты, как мы можем атаковать Украину? Слушай, у меня несколько вариантов. Я забыл уточнить, атаковать с наименьшими потерями. Тогда я пас. Пас. Вист. Я прошу вас прекратить, мы с вами занимаемся серьезными делами. Прекратить. Ну, у меня есть предложение. Вот, давайте, прошу вас. Я предлагаю заходить в Украину вот здесь. Так, вот здесь. Аргументируйте. Вы сказали с наименьшими потерями. Все верно, да? Там сплошные болота. Даст Бог на границе, увязнем. Все живы останемся. Дай Бог, дай Бог. Превосходный план. Послушайте, я не понимаю, чего вы так боитесь? Мы вас поддержим. Самое главное, чтобы ваше наступление было неожиданным. Вот и все. Тогда я предлагаю так. Разрешите, я поелусь. Да, пожалуйста. Предлагаю напасть на Приднестровье. И этого вообще от нас никто не ожидает. Как вы себе это представляете? Очень четко. Четко. Значит, ночью вдоль заборчика, на цыпочках, чтобы не тупотеть, мы гусь
и уже в Приднестровье. А? А ничего, что там российские войска? Ничего. Вы что, собираетесь воевать с русскими? В марте об этом даже и мысли не было. Ну вот это 9 месяцев наблюдаем за вашей операцией, и уже разные мыслишки в голову лезут. Так, отставить разные мысли. Дайте мне, пожалуйста, планшет. Ага. Значит, смотрите, давайте сделаем так. Часть армии пойдет вот сюда, да, а часть сюда. И мы возьмем Киев в клещ. А давайте вот нашу часть армии вот сюда. Подождите, это Польша, это НАТО. Ну, поверьте, лучше воевать с НАТО, чем с сумской теробороной. Хорошо. Давайте тогда сделаем две группировки, да? Высаживаем десант и берем в кольцо Киев и Харьков. Отличная идея. Потом победоносно отступаем и встречаемся вот здесь. Красивая операция. Вот прям видно, что мы получим вместо Харькова и Киева. Ага. Да у вас по рисунку видно, что этот план обречен на провал. Так, давайте, мне нужны еще варианты. Хорошо, не хотите наступать на Киев? Я предлагаю наступать вот здесь, в районе Луцка. Перережем Киеву поставки западных вооружений. Ха! Там же заповедная зона. И что, вы зубров боитесь? Егерей. Если вдруг с зубрами что-то случится, да они и вашу, и нашу армию там перестреляют. Ну, да послушайте, никто не будет трогать ваших зубров. Просто аккуратненько ночью в лесу высадим десант и все. В Ровенской области десант в лесу? Самоубийцы. Почему? Вы про янтарных копателей слышали? Вы хотите, чтобы в Польше потом сувениры продавались? Засохший десантник в куске янтара. Послушайте, вот как раз для борьбы с такими элементами вы должны были создать сеть белорусских ДРГ и забросить их на Украину. Создали, забросили. Ну, и что? Никто не вернулся. Что, все погибли? Да не, ну чего, ну. На работу устроились. Жен себе нашли, там детишек нарожали мелких таких. Подождите, но они должны передавать секретную информацию. Передают каждый день. Всю правду. Про вас, про нас. Так интересно. Сижу в туалете, читаю. Подождите. Правда заключается в том, что мы должны начать что-то делать. Эх, не хотел рассказывать, хотел сюрприз сделать. Ну, раз такая пьянка пошла, расскажу наш план. Значит, мы строим огромного деревянного коня. На колесиках, конечно. И вот мы этого коня подкатываем под самую границу с Украиной. Потом украинцы закатывают к себе, а ночью из него выскакивают наши солдаты, да? Вы что, смотрели этот фильм? Его и в Украине смотрели! Это 100% информация. Да! Тогда мне нужно совершить телефонный звонок, извините. Алло, Борис, разбирайте коня. Ну что с досками, что с досками? Гробы делайте. Вам же гробы нужны? Что? Да, конечно, нужны. Да, делайте. Все, занимайтесь. Давайте я вам лучше покажу демонстрацию. Давайте. На картошке. Как в Чапаеве. А вы и этот фильм смотрели? Вот, смотрите, значит. Вот у нас тут картошечка. Ага, вот. Вот так. Как? Подождите, я что-то не понимаю. Почему у нас половина картошки в мундирах, а половина нет? Ну, та, что в мундирах, это белорусская армия. Та, что гола босса, это ваша. И вот мы, значит, выдвигаемся у всей группировкой под границу. Впереди идут те, кто в мундирах. Ну, чтобы прикрыть вашу срамоту. Ага. Ось наш, ось ваш. И вот мы, значит, все выстроились на рубежи.
и заходите на территорию Украины. Нет. Проводим демонстративное учение. Учение. Я смотрю, у вас что-то пошло не по плану. Не-не, это все так и задумано. Это у вас там не по плану пошло. Хорошо, что дальше? После этого вновь собираемся все в группировку. И заходите на территорию Украины. Нет. Проводим ротацию. Ротацию. Послушайте, у вас из-за этой ротации вообще солдаты, в смысле картошки, блин, ни хрена не останется. Вот видите, вы не догадались. Значит, и они там тоже не догадаются. А ведь у нас второе ведро. Давай. Подождите, а я, кажется, понял вашу аллегорию. Таким образом, мы оттянем значительную часть украинских войск на границе, да? Можно и так сказать. Можно. И вот, после того, как мы провели 17 демонстративных учений... Вы заходите на территорию Украины. Нет, мы садим картошку, уже ж весна. Но... Подождите, я не понимаю, вы вообще собираетесь заходить на территорию Украины? Да шо у нас в голове крахмал или шо? Мы ж не хотим, чтобы из нашей армии пюрешку сделали. Или чипсы. Или драники. Хрустящие корочкой, знаете, такие. А хотите драник? Делаем. Не хочу, чтобы вы мне устроили какой-то картофельный цирк. Значит так, ладно, пока не получается с тактикой, давайте хотя бы название вашей спецоперации придумаем. Это можно. Вот наша называлась «Бросок мангуста». Для нас не подходит. В Беларуси нет мангустов. Нет. О, а давайте назовем «Бросок мартышки». А мартышки в Беларуси есть. Есть в зоопарке в Минске. 3 штучки. Все мальчики. Так вот. Они так метко какашками кидаются. Как гранату берут и пух. Я видел, когда был на экскурсии. Мне прямо в лицо такая граната прилетела. Это хорошо, что в рот попало. А могла же и в глаз. Сидел бы тут Кутузовым ага, с вами. Ага. Я хочу вам напомнить, что это не просто война. Это священная война, как в 41-м. Нас на эту войну благословил сам патриарх. Но вы не путайте. Тогда в 41-м патриарх благословил... И солдатиками в строй стал. Да. А не уехал на бронированном Майбахе. Mm-hmm. Вот если ваш Кируша... Кто? Ну, япончик. Мосинку в ручки возьмет, тогда другое дело. Значит так, я хочу услышать нормальный план. Вы дадите мне сегодня нормальный план? Эх, не хотел рассказывать. Хотел сюрприз сделать. Ну да ладно, расскажу. Значит, мы разрешите планшет? Да-да. Роем вот тут вот огромный подкоп под всей территорией Украины. И, значит, у всей армии ныряем в этот подкоп. Никто не толпится, все аккуратненько, по двое идут, проходят. И все выныривают вот тут, в Крыму. А вы знаете, это интересная идея. Очень. А мы таким образом усилим южную группировку российских войск, можно да? Можно и так сказать. Так, интересно. Что дальше? Дальше по желанию. Кто купаться, кто на дискотеку. Я у судак поеду. Я в Гурзуф. А я в Артек. И ностальгия, и вафли очень вкусные. Да. В голове у вас вафли. Дайте мне сюда планшет, пожалуйста. Пожалуйста. Значит, предлагаю, сделаем так. Смотрите, мы вот здесь соберем самую свою мощную и боеспособную армию. Ну, подождите, подождите. Ваша мощная и боеспособная армия уже вот такая. Хорошо, неважно. Соберем здесь свою армию, а вот здесь свою. А давайте нашу армию чуть-чуть вот здесь вот. Почему здесь? Туда «Хаймерс» не достреливает. Ну, это пока. Слава Богу. Поймите вы наконец-то, что если не нападете вы, то нападут они. Это понятно? Понятно. Понятно. На этот случай есть план. Мы берем и всей Белоруссии переезжаем в Россию. Это как вообще? Вот так. Украинцы нападают, а хренушки, тут уже Белорусское море. Какое нахрен Белорусское море? Из которого мы вам креветки поставляем. Но... Так, я... Хорошо, все. Забыли про тактику, забыли про название. Давайте хотя бы дату выберем вашего наступления. Я предлагаю 20 декабря. Никак нельзя. Что такое? У нас национальный день тракториста. Хорошо, 21 декабря. Вы меня не слышите?
Национальный день тракториста. Мы минимум 3 дня его празднуем. Это же вам не Пасха. Так, послушайте, если вам не нравятся мои даты, предлагайте свою, все. Я предлагаю, чтобы наверняка 1 апреля. О! Если что-то пойдет не так, мы скажем, ха-ха, а это розыгрыш. Может, тогда нас не убьют? Может, так. Значит, заткнитесь и слушайте сюда. Сделаем следующим образом. До следующего лета мы восстановим боеспособность своей армии. А потом будем вместе с вами наступать одновременно. Вы с севера, а мы с юга, с Крыма. Это понятно? Маленькая неувязочка. Дело в том, что мы не уверены, что Крым до лета будет ваш. Мы даже до весны не уверены. Ну нет такой уверенности. Правда. Вы что, охренели, а? Вы знаете, что я вам сейчас устрою здесь? Что вы нам устроите? Вы даже не из этой страны. Ну. А у вас что, страна? Да у вас же колхоз. Мы еще в 2020-м должны были, как хотели, вести к вам войска и закончить нахрен это все. Вы к нам войска хотели вести? Да, мы хотели к вам войска вести. А знаете что, к товарищ хрен из Москвы? Мы готовы открыть второй фронт. Вот это разговор. Рисуйте. Пойдем вот так. Подождите, я не понял. Почему стрелочки не в ту сторону? Все в ту сторону. Все правильно я нарисовал. Второй фронт. По освобождению Москвы от незаконной власти. Борьба с фашизмом и тоталитаризмом. Все как в спецоперации. Погодите, вы чего? В Беларусь, Россия, Союз. Ну, вы ж белорусы, наш братний народ, ну! Москали нам. Не браты. За все ответишь, гад! Живе Беларусь! Живе вечно! Дизель-шоу! Ось воно сидеть, ваше чмо. Я бы попросил, я представитель России в ОБСЕ. Я попрошу не оскорблять российских военнопленных. А я и не оскорблял. Це офіційна абревіатура. Частково мобілізована особа. Чмо. Скоро буде пісюном. В смислі? Підлягаючи індивідуальному солдатському юридично-номенклатурному обміну мобілізованих. Або гімном. А це як розшифровується? Це не розшифровується. Це по факту. Коротше, у вас 5 хвилин. А, подождите, чому так мало? Вам, росіянам, більше часу не можна давати. Ви починаєте проводити якісь референдуми, а я не хочу, щоб нашу тюрму приєднали до коли ми. 5 хвилин. Добрий день. Здравствуйте. Я Дмитрий, представитель ОБСЕ. От, как зовут вас? Ваня. Ваня. Какое редкое имя для российской армии. Ваня, Ванечка, а почему мы в Буденновке и в Галифе? А, так я же из последней волны мобилизации. Нам форму уже из музеев выдавали. Так мне еще повезло. Вон товарищу кольчугу выдали. Ну, так он, дождик пошел, он и заржавел.
Я понял. Вань, Вань, все, не надо волноваться, все будет нормально. Вот здесь у нас камера, мы сейчас кое-что запишем, да? На камеру? Да, на камеру мы запишем кое-что. Так, расскажи, пожалуйста, как над тобой издевались. Все, давай. Ага. Значит, дело было так. Да, давай. Жил я себе спокойно, жил, а не тужил. И тут повестка, херакс. Военкомат, автобус, бух-бух, госпиталь. И вот, слава богу, я здесь, в плену. Ванечка, ты, кажется, не совсем меня понял, да, Владимир? Не, наверное. Жмет Буденовка, да, наверное? Смотри, Ванечка, смотри, смотри. Расскажи мне, пожалуйста, как над тобой издевались здесь, в плену. Понимаем, да, такое? Здесь, в плену. А, здесь. Здесь, в плену. Здесь, в плену. Да, да, понял, да? Готов? Ага, давай, все, работаем. Здесь, в плену, надо мной не издевались. Украинцы вообще такие хорошие, отзывчивые люди. Особенно вот этот полненький, что заходил. Такой добряк! Что не так? Да все не так. Вань, давай, соберись, ты своих родных увидеть хочешь? Увидеть? Ну, можно было и увидеть. Вот. Я их слышу постоянно по телефону, но у них в телефоне камеры нету. Вы не могли бы им новый телефон? Да мне насрать на твоих родных, Вань. Так, давай, смотри, соберись, пожалуйста. Мне очень важно, чтобы ты сейчас сказал, как тебе плохо относились здесь, в Украине. А, на территории. Ясно. Да, понял. Ясно. Давай, все. Когда мы ехали в автобусе, меня избили. О, это уже что-то. Сколько раз? Два раза. Два раза, хорошо. Да. А, плохо, мне было очень больно. А, отлично, да. Что было дальше? Давай. А потом мы въехали на территорию Украины. Да. Видите, на учение типа. Знаете, на учение. И там прямо в автобусе эти кадыровцы меня хотели это вот. Что хотели кадыровцы этого? Знаете, у меня такая особенность одна есть. Я когда сплю, я вместо храпа издаю звуки, похожие на козочку. Ну тогда вот я вот так... Ваня! И вот я просыпаюсь, а передо мной вот такая вот борода волосатая и огромный нос. Уверен, что борода? Я не уверен, что это был нос. Значит так, Ванечка, смотри, да. Меня не интересует, что с тобой было до плена, это понятно? Это понятно. Да. Меня интересует, как тебе было плохо в плену, это понятно? Это понятно. Все, давай, рассказывай. Мне непонятно, как я могу говорить, что мне было плохо в плену, если мне здесь было хорошо. Вот это непонятно. Значит, Чмоня, смотри сюда. Если ты прямо сейчас, Чмоня, если ты мне сейчас не расскажешь, как тебе было плохо здесь, какие траблы у тебя были здесь в плену, ты своих родных не увидишь, понятно? Да понятно. Ну все, давай, расскажи, какой ужас творился тут в Украине. А, так вы про Украину спрашиваете? Ну так вы бы так и сказали. Я так и сказал! Все. Давай. Значит, так... Украинцы жили нормально, тихо, спокойно, мирно. И тут Россия, херак! Бабах! Самолеты, вертолеты, нахера спрашивается? Такой ужас начал твориться в Украине! Что не то? Ты дебил? Я контужен. На фронте? В автобусе. Меня, когда били, я сильно головой об кулак ударил. Послушай сюда. Ты мне хочешь сказать, что над тобой не издевались, что ли? А? Издевательства были. Издевались над тобой? Издевались. Так что ты молчишь мне? Давай. Так вы не спрашивали про издевательства. Давай, расскажи мне, как над тобой издевались? Давай. Издевались надо мной три раза в день.
Так, пытали. Кормили. Завтраком, обедом и ужином. В обед очень усиленно, знаете, кормили. А, понятно. Ну, наверное, есть жалобы к еде, правильно? Конечно. Вот, давай. Вы бы попробовали этот борщ. Мало того, что он вкусный, так он еще и с мясом. После наших российских сухпайков, представляете, борщ с мясом попробовать? Это издевательство! Ну, я 3 килограмма лишних набрал. Гады. Чё ты плачешь? Вспомнил. Вспомнил? Отлично. Давай, рассказывай, что вспомнил. Давай. Они к борщу ещё помпушки давали. Чесноком. Чесноком. Так, послушай сюда. Ванечка, Ванюша, Вонятка, Вонь, ты понял, кто ты? Давай, давай, соберись. Смотри, Ванечка, либо ты мне поможешь, либо я тебе помочь не смогу. Так я говорю все, что вы меня просите. Да ни хрена ты не говоришь. Так, думаем. А, ссадины, ушибы есть у тебя на теле какие-нибудь? Ссадины, ушибы были. Давай, расскажи мне. У меня было много ссадин и ушибов. Отлично. Но украинские врачи мне дали мазь такую классную. Зажило все, как на собаке. Собака. Может, тебя называли собакой? Или свина-собака, или еще каким-нибудь животным тебя называли? Меня нет. Да блин. Но сегодня кого-то из русских так называли. Отлично. Давай, рассказывай, кого. Сегодня в камеру так. Зашли ко мне утром так. И сказали, собирайся, ага. За тобой приедет какой-то русский козел. Значит, смотри сюда. Либо ты у меня сейчас вспомнишь, да, как тебя запугивали в плену, либо ты у меня в тюрьме сгниешь. Вспоминай, тебя запугивали? Меня? Да, запугивали тебя, я тебя спрашиваю. Да! Запугивали, рассказывай мне, давай, быстро, как тебя запугивали. Да, меня запугивали. Кто запугивал? Меня запугивали в тюрьме. В тюрьме? Когда? Сегодня? Сегодня. Да, кто? Кто? Вот этот мужик. Я понял. А, я понял, я тебя распустил, Ваня-пук. А, я тебя раскусил. Тебя заставляют это говорить, да? Заставляют. Тебя вот этот вот здоровый, что тебя заводил, он тебя заставляет это говорить, да? Тебя заставляют? Говори. Заставляли меня, тебя? Меня заставляли. Заставляли. Говори мне, кто заставлял, что заставлял. Давай. Меня заставляли мыться. Хотя бы раз в 2 дня. С мылом. Я так понимаю, на улице под ледяной водой, да? Нет, под теплой. Из бойлера. Представляете, у них в тюрьмах есть бойлеры. Куда вы выключаете? Нужно всем рассказать нашим, чтобы сдавались в плен, в бойлерах мылись. Теплая вода, представляете? Теплая. Сдавались из-за бойлеров? Ну, конечно. Ну, конечно, половина, кто со мной ехал, мечтали об этом. Кто о бойлере, кто о стиралке, кто о мясорубке. Вот я и подумал, зачем за это воевать? Просто в плен сдался и все, пользуйся на халяву. Я не понимаю, а что за животные инстинкты такие вдруг у нас появились, а? Ты же вроде человек. А может, я только здесь почувствовал себя человеком? Значит так, смотри. Все равно ты должен мне помочь, Давай думать. Может быть, у тебя были какие-то сексуальные контакты помимо твоего желания? Ну, такое что-то было? Было. Что ж ты молчал? Давай, рассказывай. Давай. В школе учительница физкультуры позвала меня в свою подсобку. Да какая нахрен школа, какая учительница? Подождите, я должен рассказать, я никому об этом не говорил. И уже там, в подсобке, выяснилось, что это никакая не учительница, а учитель. Заткнись, я спрашиваю, здесь, в плену, у тебя были какие-то социальные домогательства к себе? Здесь, в плену, вы мне только 10 минут, мозг уже это... Так, Ваня, все,
смотри, давай успокоимся. Мы немножко все на взводе. Ты на взводе, я на взводе. Успокоились. Да, все, успокоились. Давай, давай начнем сначала. Сначала начнем, давай. В автобусе, когда ты ехал, ты рассказывал, тебя за что били, Вань? В автобусе меня избили совершенно ни за что. Даже не сомневаюсь. Ага, давай рассказывай. Я просто сказал, что это ошибка, и мы не должны ехать в Украину. Вот и все. А второй раз? Второй раз они меня избили, когда они сами осознали, что это ошибка. А я, видите ли, виноват в том, что в первый раз их не переубедил. Вот! Вот в чем я виноват был. Вань, нам надо что-то делать. Вань, нам нужно что-то делать. Давайте Вань, что-то Вань. Делать. Да, я знаю, что нам нужно делать. Вань, я, знаешь что, я, Вань, сейчас тебе зуб выбью. Зачем? А ты на камеру скажешь, что это украинцы сделали, а? Так украинцы мне наоборот зуб вставили. И еще два Заткнись. Я тебе нос сломаю. Зачем нос? Ну как, сломаю тебе нос, а ты скажешь на камеру, что это украинцы сделали. Так украинцы мне наоборот гайморит вылечили. Хронический. 20 лет гайморит был, а там... Можете по яйцам дать? Там же вряд ли что-то ремонтировали. Это как сказать. Скажите, если психолог отучил чесать, это считается? Так, ну еще мне... Задницу зашили. Что? Задницу зашили. Че ж ты молчал-то? Задницу. Вот изверги, а? Я думал, только мы такое делаем. Давай. Дело было так. Ага. Я сидел спокойно на ящике с боеприпасами и курил. И тут неожиданно раздался хлопок. Что? Ну, бавовна. Какая бавовна? Ну, короче, что-то бахнуло, и мне разорвало задницу. А украинские врачи мне ее зашили. И так аккуратненько, практически не видно. Показать? Не надо! Лучше бы тебе рот зашили. Так, ладно, думаем дальше, думаем дальше. Что нам дальше делать? Значит, смотри. Я не знаю. Может быть, на тебе какие-то опыты ставили? Опыты. Опыты были. Да что ж ты молчал? Так вы не спрашивали про опыты? Так я сейчас спросил про опыты у тебя. Но... Так, что на тебе проверяли? Лекарства, оружие, что проверяли? Давай. Голубцы. Что? Здесь по четвергам дают голубцы. А я ничего вкуснее в жизни не ел. А, я понял, они добавляют туда наркотики, психотропы какие-то, да? Да, 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 да. Фарш. Они кладут в голубцы фарш. Оказывается, если в капусту класть не квашеную капусту, а фарш, то это безумно вкусно. Нужно рассказать, чтобы наши в плен сдавались, жрали голубцы. Вы попробуйте хоть что. Значит, смотри сюда, все, ты вывел меня, видишь? Ты меня вывел, видишь, я нервничаю, видишь? Да вижу я, что вы... Это я нервничаю. Я вижу. Значит, смотри, как хочешь меня, хочешь голову свою о стол разбей, хочешь ремнем себя придуши, хочешь палец себе отгрызи. Ой, а вы говорите прямо как мой военком. Но только он еще в конце говорил, все равно служить будешь, сука. Слушай, недоделанный, а? А ты домой хочешь? Знаете, домой... Раньше было желание у меня... А теперь, ну, вы подумайте сами, меня здесь кормят, поят, я в тепле, нам новости дают посмотреть настоящие. Телеграм-каналы и русские, и украинские. Я научился думать, анализировать. Я назад в ваш дурдом уже не хочу. Слышишь ты, а чё ты мне чешешь, а? Они когда с тобой разговаривали, ты их как понимал? Ну, я им сказал, что я не понимаю, и они перешли на русский. Ага, а потом? А потом я выучил украинскую. И мы спілкувалися с певучою солов'їною мовою. Ось так. Час вийшов. Збирайся. Куди?
Обід же про півгодинки. Це не обід, це обмін. Обмін? Знову постіль будете міняти. Кожного дня міняєте. Єсь постіль, кожен день міняють, представляєте? Тебе, чмоня, міняти будуть. У нас намічається великий обмін. Збирайся. Що? Який обмін? Не треба обмін. Я не хочу. Я не можу. Я ще шарфік не дов'язав. Ось. Збирайся, чмоня, я довежу. Ігор, не треба. Перестань. Не треба, будь ласка. Чмоня, чмоня, перестань. Ігор Ігорович, ні. Чмоня, фу. Чмоня, фу. Ні, ні, Ігор Ігорович. Фіксирую факт сексуального насилия над русским военнопленным. Чмоня, та встань ти. Ну чого ти істериш? Ти ж їдеш до своїх. Це ж гарна новина. Ні, для них це не гарна новина. Вони мені сказали, що не мене чекають, а якусь білу ладу. Господи, до якої камери не зайдеш, усюди ця біла лада. Нічого страшного, поїдеш, скажеш, що ти не хочеш воювати. Давай. О, ні, у нас не можна казати слово воювати. Скажеш, що ти не хочеш спецоперувати. Давай. Ні, ні. Ну чому я? Я ж не Медведчук там. Какой-нибудь, за меня жена не просила. Слышь, я что-то не понимаю, ты чего, вообще реально тут ничего не боишься, а? Боюсь. Ну так скажи мне, чего ты боишься? Я боюсь, что сюда прилетит русская ракета. Моня, поехала. Ну, будь ласка, не. А можно мне хотя бы селфи с бойлером сделать? Ты что, охренел? Не позор русскую армию, а? Ну, хотя бы с унитазом. Мне же никто не... Не поверю, что у них в тюрьме унитазы стоят. Если вы меня обменяете, я всем расскажу, что вы меня били и пытали. А я и били, ясно? Мы тебя и пальцем начипали. А я скажу. Они мне зуб сломали, ага. Они мне нос сломали. Да, и по яйцам ударили. Что? Видите, ударили. Чмоня, ну ты ёлоп. У нас же тут не тільки бойлери, унітази. У нас ще в кожній камері камера стоїть. Оно, дивись. Так що можеш битися скільки хочеш. Слухайте, а можна я за вас воювати буду? Та нахер нам такий вояка потрібен? Ти ж ні в кого не попадеш. А чого це? Бо ти 2 тижні вчився попадати в пісюар. Ну так, я цей пристрій вперше бачив. Ми це зрозуміли, коли ти почав там голову мити. Слухайте, на кого ви мене обміняєте? Я ж чмо, ну чмоня, ну на кого? Зараз у нас гарний курс. Десь 200 чмоней на 20 героїв міняють. Так, слышь, іди сюди. Знаєш що, після того, що ти здесь устроїв, ти сразу із цієї тюрми попадеш в нашу тюрму, понял? Так а смисл? Із ваших тюрм знову в Україну відправляють. І я опять в плен. Зачем вам ці транспортні расходи? Збирайся, чмоня, собирайся. Слухайте, ну можна мені хоча б братика дочекатись. Якого ще братика? Рідного свого. Я йому розповів, як я тут живу. Він одразу все в своєму Мухосранську продав і вже контракт з армією підписав. Вже їде до полону. Чмоня, ну навіть якщо я тебе залишу, на кого ми будемо міняти наших захисників? Ну, я... Ти чого на мене смотриш? На нього і міняйте. Він по-любому ФСБшник. І нерядовий. Він вже в камері. А це слушна думка. Ну, давай, постережи його пару днів, а я спробую домовитися
Наказ зрозуміло, рядовий чмоня. Так точно! Слава Україні! Героям слава! Героям! 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 Дизель-шоу! Пане інструкторе, готові до тренування? Окей, very good. Зараз. Окей, починаємо. Наведіть, будь ласка, прицільну планку на танк. Окей. Навівся. Так, і коли замість рамки побачите хрестик, то, як то кажуть, push the button, окей? Окей. Але це повільно, спокійно. Треба дихати так, спокійно, тихенечко. Як я дихаю? Дихаємо так, а яке? Спокійно, спокійно, дуже спокійно. Ха, отак, спокійно, спокійно, спокійно. Бух! What the fuck, що ви робите? Я відтворюю атмосферу приблизно до бойових дій. Чи ви думаєте, що напередку буде також спокійно, як на Зміїному, після жесту доброї волі росіян? Who are you? Ти якщо матюкаєшся? Матюкайся вже по-нашому, бо я, якщо щось не розумію, я одразу кидаю гранату. А це не матюк. Я питаю, ви хто? Дід Піхто. Я серйозно? Я теж серйозно. Позивний дід Піхто. А ти хто? Я сержант Макгрегор, інструктор НАТО, буду навчати вашу молодь. Ну, це ми ще подивимось, хто кого буде навчати, да? Я вибачаюсь, але в нас закрите заняття, окей? О, ти диви! Значить, небо вони закрити не змогли, а заняття закрили. Що ж ти не зважай на мене, сержант, як ти, Макдональдс? Макдауэлл. Макфлурі. Макдауэлл. Макдрайв. Точно. Я учасник операції «Буря в пустелі». А я дуля в кармані, і що? В мене є найвища військова відзнака США, медаль пошани. А в мене, дивись, що. 20 смс-ок від головнокомандуючого. Молодець-боєць, молодець-боєць, молодець-боєць. І це тільки за Чорнобаїв. Чорнобаївки був? No. Отож. Давай, давай, okay, працюй. Окей, окей. Залишайтесь, але не заважайте нам. Ну що ж, якщо ви готові, так? Да, тому почнемо. Окей, let's go, Дарій. Танк в зоні враження. Наводьте та стріляйте. Навіся? Угу. Готовий стріляти. Так, добре, стріляйте. Танк в зоні враження, окей. Okay. Почекаю. Я вибачаю, що почекай? Що чекати? Чекай, чекай. Я не розумію. Що чекай? Ну, щоб хоча б ще два танки підійшли. Ти бачив, скільки коштує ракета на цей джавелін? Так що підійде ще два, потім лупасиш, і я тобі покажу, що таке танго в трьох з джавеліною. Я вибачаюсь, однією ракетою три танки? Так? А що тут такого? Ми це робимо вже давно. На, подивись відосик. Коротше, значить, наводишся на середній, лупасиш його, у нього взривається боєкомплект, і всім трьом танкам пиз. It's really? Yes, really, really. Ти ще один відосик подивись. Ось цей, о. Я вибачаюсь, як вам вдалося противотанковою ракетою збити літак? В інструкції чітко написано, що... А що, до джавеліна є інструкція? Який раз він не чув. Окей, давайте спробуємо на симуляторі, окей? Я додам три танки, і ми спробуємо, але I think it's impossible. Possible, possible. Давай, цілься. Окей, наводжусь. Готовий? Навівся. Поїхали. І що ви робите? Імітую стрільбу з пікапа. Я вибачаю, де ви бачили, щоб джавеліна стріляли з пікапа? Із пікапа, із квадроцикла. У нас замком взвода навіть з підводи лупанув три танки. А у нього ще прадід воював за Махно. Навівся, можу стріляти? Спочатку треба дзвонити. Кому дзвонити? Начальству? Та нафіг начальству дзвонити? У них і так справ там
вистачає. Дзвонити треба Калюні, оператору дрона. Навіщо? Ну як навіщо? А відеодокази, що ти лупанув одною ракетою три танки. Кому ти потім докажеш без дрона, йо-моє? А це премія 120 тисяч гривень. Так за танк же 50 тисяч дають. Це має бути 150 тисяч. А Калюня? Що ти думаєш, Калюня за так буде свого дрона по полях ганяти? Окей, стоп толкінг, пліз. Let's go вдарі. Продовжуємо тренування. В зоні враження ворожі БТР. Ваші дії. Окей. Наводжусь і стріляю. Куди по своїм? Ти що? По яким своїм? Ви ж бачите літеру Z на екрані. Ну? А ти що, бачиш там прив'язану до броні стиральну машину, м'ясорубку чи собачу будку? No. Отож. Так а як же літера Z? Ну і що? Треба думати головою спочатку. Я ось нещодавно сиджу і дивлюся, напередок вискакує БТР з літерою Z. Я думаю, що він такий дерзкий? А потім беру бинокль, дивлюся, точняк. What the fuck, точняк? Я тобі зараз покажу, я сфотографував цього БТРа. Дивись, ось бачиш, що це? Ну, літера Z. А ти читай, що після літери Z написано. А лупу вам, а не Україну. Це наші. Окей. Наші. Вони з тої броні ще стільки орків навалили. Але ж ви знаєте, я навіть не розумію, як ви будете воювати. Нормально будемо воювати. Так, до останнього орка. Окей, let's go далі. Продовжуємо тренінг. Наступне завдання. Відпрацюємо швидкий маневр. Вам треба змінити позицію ваші дії. Окей? Забираю блок наведення та відходжу. That's right. Стоять, коняка. Акумулятор. It's shit, він використаний. Так, він одноразовий. Сам ти одноразовий. А у мене два електросамоката, на чому їздять, ти думаєш? Акумулятор забирай. Окей, що ви робите далі? Ну? Далі чіпляю гаубицю до машини та змінюю позицію. That's right. Хренай! Навіщо до машини цепляти? Ти бачив, скільки соляра коштує? Але ж пальне для армії безкоштовне, ну? Так, але ж для комбайнерів не безкоштовно. То краще я ту соляру комбайнерам віддам, вони зберуть хліб, щоб наші африканські друзі там не померли. А гаубицю можна і руками витягнути. Окей, let's go далі. Відпрацюємо наступ ворожої піхоти. До вас повзуть 20 солдат. Ваші дії. Кидаю гранату. Окей. О, ну ти дурилка картонна. Нащо свої гранати витрачати? Коли можна просто їхні взяти і зробити їм кешбек. А якщо вони не кинуть? Ну ось тоді кидаєш... Гранату. Каменюку. Навіщо? Щоб вони подумали, що у нас закінчилися гранати та підповзли поближче. І тоді кидаю гранату. І ось тоді даєш попрацювати подаруночкам від саперів. А, замінували. Заінтригували. Вони там прикопали унітаз, стиралку, м'ясорубку. І ось коли вони починають це відкопувати... Тоді кидаю гранату. Ні, тоді чекаєш, коли вони почнуть битися за це добро. За стиралку і унітаз? Хто з ким? Та хто угодно з ким. Ну, можуть буряти з кадировцями, а можуть і курські з пермськими. It's not really. Normal people так не роблять. It's not normal people. It's not people вообще. Коротше, чекаєш, поки буряти доїдять кадировців, потім... Що? Кидаю гранату. Ні, потім достаєш телефон і знімаєш це все для тіктока. Розумієш? І дивись, щоб батарея заряджена була. А якщо батарея розрядиться? Ось тільки в цьому випадку кидаєш гранату. Тільки обережно, щоб унітаз не почепити. Повернемось до тренінгу, окей? New situation. Розвідка у лісосмузі виявила велику кількість ворожої техніки та живої сили. Ваші дії, окей? Та що тут думати? Байрактара туди запускаєш, через 5 хвилин там нічого нема. Який Байрактар? Звідки він тут буде? Волонтерам дзвониш, треба Байрактар. Все, через годину у тебе Байрактар. За годину? 5 мільйонів доларів? Ну так, це я загнав за годину.
Півгодини буде достатньо. Слухайте, ну, I don't worry, I don't understand you, I don't understand your tactic. Тому, знаєте, сьогоднішнє задання в нас завершено, окей? Okay? Питання є? Ні, питань нема. Окей, okay, окей. Okay. А у мене є. О, прошу. Чуєш ти, Макфлай, от дивись, задачка тобі. Okay. На Миколаїв виїхали 5 російських танків. 5, окей. Okay. Один зламався одразу, на другому закінчилося пальне, okay. Третій просто загорівся. Okay. Скільки доїхало до Миколаєва? 2. Думай, думай. Що тут думати? Було 5, мінус 2, мінус 1. 2. Доїхало зеро. А де ще 2? А цигани? От ти... Як не в Україні живеш. Послухайте, я правда, я не розумію, в чому ваш секрет, українці? В чому секрет? У людях секрет. Де ти ще бачив таких людей? Ось де ще? В якій країні, скажіть мені, без хатки будуть збирати бутилки для бандерівських смузі, а ще накладати кучі на ворожі мітки? А? Де ще, в якій країні фермери будуть збивати своїх, зі своїх бердянок гелікоптери? В якій ще країні тітки будуть банками огірків збивати ворожі дрони? Де ще люди виходять на танки з голими руками, а? Слухайте, але ж я не розумію, навіщо ви тоді нас запросили? Та щоб от ви на це подивилися своїми очима. І вже потім не ми вас, а ви нас просили вступити до вашого НАТО. Пішли нам ще батьківщину захищати. Пішли. Дизель-шоу. Алло, Наташ, срочно все продавай, мы уезжаем. Ты уже в Польше? Больше небезопасно. Купи билет в Антарктиду и жди меня там. Алло, срочно продавай рубли. Да, все. Что покупать? Акции ЗСУ. Алло, Оля, ты уже знаешь? Да? Нет, не про то, что я гей. Подожди, не бросай трубку. Не бросай меня, Оля. Алло, Толик, купи соль и спички. Не надо искать соленые спички. Просто купи отдельно соль и спички. За Россию! Ничего себе! Такой паники в Кремле давно не было. Да. Между прочим, это был замминистра МЧС. А вы знаете, что случилось? Что вообще происходит? Понятия не имею. Мне пришло какое-то кодовое сообщение. Да, и мне тоже. Причем прямо на выключенный телефон. Вам? Ага. Как? И мне пришло. Вот, вот. Кремль без башни. Да, да, да. Что да. Это значит? Это точно код? Или это политический принцип, по которому мы живем уже 20 лет? Да нет, нет, это что-то серьезное. Может быть, они делали ремонт, и башня упала? Нет, Кремль без башни похоже на новый проект Собчак. Слушай, ну это наверняка что-то серьезное, что-то, да, если что-то, да. Человек с ядерным чемоданом здесь. Да. Это не ядерный чемодан. А что? Это экскременты первого. Ой, я так понимаю, что если вы тут, то и первый тоже будет? Ой, ну, как бы он частично с нами. Я думаю... Здравствуйте. Здравствуйте, Владимир Владимирович. Здравствуйте. Кто-то знает, что случилось? Чё меня вызвали с чемоданчиком? Наверное, что-то очень серьезное, раз уже у нас двое человек с чемоданчиками. Да. Может быть... Я думаю, первый просто обосрался. Ну, тогда два чемоданчика мало. Когда ему сказали, что Москва утонула, я ему 17 чемоданчиков приносил. 17. Это ядерный чемоданчик. Боже, какая сильная личность! Он уже гадит плутонием! Боже, какой... Это чемоданчик
для запуска ракет. А у меня чемоданчик для сбрасывания бомб. А что, может, война началась? Правильно говорить, спецоперация. А может быть, началась спецоперация против нас? Подождите, может, первый все-таки решил все-таки бахнуть по Западу, а? Я прошу прощения, но если бахнуть, то вот этим вот чемоданчиком. Этим только вымазать можно. Ты можешь убрать это дерьмо? Вы про первого? Да. Это же государственный переворот. Да я про чемоданчик. Простите. Господи. Ой, наконец-то человек из ФСБ пришел. Он сейчас нам все разъяснит. Все. Да. Все. Все. Что? Все. 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 Что все? Все. Не, ну сейчас-то понятно все стало. Не совсем, не совсем. Первый. Первый. Все. А, понял. Это кот. Я обычно после него захожу в уборную. Так, сядь, пожалуйста. Вы что, непонятно, я что ли объясняю? Нет больше первого. Все. А, я понял. Вы из столовой сейчас пришли? То есть первого нет, но пюрешка и компот остались? Вы что, дебилы, что ли? Я что, непонятно вам объясняю, что ли, пожалуйста? Я вам и говорю, нашего президента больше нет. Все. А, я понял. Я понял. Это они решили снова поменяться с Медведевым? Рабочая схема. А, да, это мы знаем. Не, ну вы правда дебилы, я уже не знаю, как вам объяснить. В общем, хорошо, объясняю так метафорично. Он поехал на встречу с Жириновским. А я вам говорил, если надо будет, он Жирика из-под земли достанет. Да что ж вы за люди такие? Хорошо, по-другому тогда. Он купил билет на концерт Кобзона. Ну? Неужели наши научились делать голограмму? Это как Майкл Джексон сделали. Только у нас, да? А когда концерт? А почем билеты? Я бы с тещей сходил. А он один на концерт поедет или с охраной? Мне сколько чемоданчиков брать? Заткнитесь! Я попробую объяснить по-другому. Хорошо. Солнце Ликий ушел в закат. Это неуловимые мстители. Блин, ботокс сдулся. Любовница новая. Помыла Андерсон. Старая сдулась, новая надулась. Он крякнул. Утка. Охота, да. Отбросил коньки. С Лукашенко играет. Хоккей, точно, с Лукашенко. Хоккей. Увидел свет в конце туннеля, ну. А можно уточнить, это тот туннель, о котором я подумал? Господи. Так послушайте, ну сколько, я уже не знаю. Все, он ушел насовсем, все. Ушел насовсем? Как? Ну, в смысле, ушел? Как ушел? Как ушел? Какать он больше не будет? Все, Путин умер! Твою мать! Да не расстраивайтесь вот так, он уже, в принципе, давно был старый. Да пошел он в жопу! Как я жене объясню, что я даже эту говняную работу потерял? Так, ладно, а остальные почему молчат? Ну, вы знаете, мы просто никогда не были в такой ситуации и не знаем, что нам делать. Радоваться или плакать? Слушайте, решайте сами. Как это сами? Как это сами? Он же всегда за нас решал. Как? Ну как? Как сами? Как? Не как? Будет больше как. Нет, подождите. Как умер? Зачем умер? Заварил такую хрень, а сам свалил, что ли? Ага. И что, нам теперь это дерьмо разгребать, что ли? Не надо ничего разгребать. Между прочим, это гостайна. Скажите, пожалуйста, а умер только он или семь его двойников тоже? Подождите. А может, это проверка? А может, он не умер совсем, а сейчас смотрит в камеру и слушает, что о нем тут говорят? Он так часто делает, да. Вы молодец. Хорошо придумали, Владимир Владимирович. Вы прекрасный вождь, Владимир Владимирович. Браво! Да, смотреть. Да не проверка, это он реально сдох.
А, так я теперь понял. Вы помните, что я вам говорил? Что не дотянет он до 70? Вспомнили, конечно. Да. Скажите, пожалуйста, какая официальная причина смерти? Запор. А я же говорил. Правительственный. Интересно. Алло. Алло. Можно Володю до телефона? Он умер. Шо? Я говорю, Путин умер. Повторить, не чутно. По буквам говорю, падла, урод, тварь, идиот, негодяй, умер. Мы знаем, просто приятно. Ну, кстати, украинцы пишут, что они уже в Курске. Уже в Курске? Ага. Ух ты. На похороны едут. Да вряд ли. Сказали, потом на Смоленск и Кубань пойдут. Смоленск и Кубань. Так, может им сказать, что первого уже нету и войне в Украине конец? Ну, для них это конец войны, а для нас это начало конца. Россия обезглавлена. Вы понимаете, эти могут воспользоваться враги. Да. Точно. Нужно срочно перевести оружие сдерживания в боевой режим. Пускай все знают, какая Россия. Мощь России здесь. Если вы откроете этот чемодан, то мощь России узнаем только мы. Потому что это мой чемодан. Вон ваш. А, понял, извините. Скажите, пожалуйста, как мир отреагировал? Мир? Да. Ну, пока сочувствует только Китай. Ага. Да, но сочувствует каждый китайский город. И Пекин, и Шанхай, и Хабаровск. В скором времени Владивосток тоже будет присылать соболезнования иероглифами. Быстро они. Быстро. Да. Быстрее, чем за 3 дня. Да. А что Беларусь? Беларусь, что? Что, ну, Лукашенко прислал... Соболезнования. Нет, картошку и молоко. А зачем? На поминальный стол. А сам Григорьевич будет? Нет, он уже в США, да. Показывает, откуда на него из России готовилось нападение. Да. И уже пишет заявление в НАТО. Понятно. Так, а нам что делать? Что делать, что делать? Валить надо! Куда валить? Если его завалили, то представляете, что с нами будет? Значит, мы должны действовать грамотно и спокойно. Кто у нас отвечает за российские средства массовой информации? Серьезно? А что вы удивляетесь? Мы и туда одно и то же сливаем. Ну да. Да-да-да. Хорошо. Значит так, тогда надо будет сообщить народу, только как-то помягче, да, чтобы не было никакой паники. Да, да, да. Послушайте, может быть, сказать, президент не умер, а отрицательно живой? Хорошая, хорошая версия. Но мне кажется, что все-таки лучше сказать, что президент умер, да, но это часть плана спецоперации. Прекрасная идея. А лучше так. Угу. Он совершил жест доброй воли и завершил жизнь. Хорошо, браво. Хорошо. А он случайно не говорил, кто следующий преемник? Говорил, там все нормально. Кабаеву готовят к инаугурации. А, значит, все-таки она белую ладу получит, да? Повезло. Повезло. Она. Но нам сейчас с вами важнее обсудить вопрос церемонии захоронения. Да, поэтому да, первый да. вопрос, где? Давайте. Ну, я думаю, тут закономерно. В мавзолее. А Ленина куда? А, да, еще он там. Слушайте, ну давайте оформим под захоронение. Этого приподнимем, того положим под низ. И им там будет вдвоем веселее. И теплее. Да, и теплее тоже. В принципе, отличная идея. Мне СМС пришла из Украины. Предлагают похоронить его в святых местах. Да? Чернобаевка или Чернобыль. Подождите, в Чернобыле же есть саркофаг, правильно? Да, да, они так и пишут, что лучше, конечно, его в кислоте растворить, но саркофаг тоже хорошо.
Подождите, я вообще уже не понимаю, какой Чернобыль, какая Чернобаевка? Мы должны похоронить его среди русских, правильно? Вот. Так а в Чернобаевке сейчас только русских и хоронят. Послушайте, может, в Крыму похороним? Да. Ну, вы нормальный? Крым уже как полчаса, как снова украинский. О. В Абхазии. Это уже Грузия снова. В Приднестровье. Молдова. Вот человечище, вот так одним поступком объединил столько народа. Молодец. А вы знаете, мне кажется, его надо похоронить там, где земля мягкая. Вы нормальный? Я не про это. Я про Алтай. Так, соберитесь, пожалуйста. Следующий вопрос. Похороны, кремация или бальзамирование? Прошу. Я предлагаю все сразу, чтобы наверняка. Простите, а тело уже омыли? Нет, я понимаю, что вы бы хотели, но нет, уже все. Смотрите, Симонян, Соловьев, Киселев, Скобеева согласились лично вылизать. Здесь уже все занято. Понимаете? Невозможно уже все. Причем, что интересно, у них это в контракте было написано, лизать до 23-го года. Просто обалдеть. Ну. До 23-го года, ему бы жить и жить. Да, да, да. Так, следующий вопрос. Кто понесет гроб? Я так понимаю, нужны самые близкие люди. Так вот он пусть и несет. А почему я? Ну а что, ближе тебя вряд ли кто-то подходил к нему. Ну и... Так, ладно. Сам приму решение. Понесут Шойгу, Песков, Лавров и Медведев. Вот, да. Я предлагаю Медведева заменить, потому что будет перекос. Справедливо. Еще нужно купить ленточки. Да, правильно, ленточки. Что всем повязать на руки. Да, ленточки. В чем тут на руки? Это для Кабаевой. Она танец подготовила. Скажите, а венки покупать будем? Нет, венки покупать не надо, их пришлют со всего мира, только ленточки на них поменяем и все. Ага. Почему? Ну, мне кажется, просто будет немного странно на похоронах выглядеть венки с надписями «Нарешти». Так тобі і треба. И хай тобі земля буде стекловатою, падла. Кстати, по поводу прощания. Надо бюджетников согнать. Платить будем как за концерт в Лужниках или другой тариф? Денег нет. Все ушло на танец Кабаевой. Понял, закрытая церемония. Да. А, скажите, портреты выдадут или опять с интернета скачивать, как бессмертный полк? И то, и то. Я вот думаю, а на чем повезем? Да я предлагаю прям на борте номер один. Ну, там есть нюанс. Борт номер один, он больше не летает. Там из-за санкций запчастей уже давно нет. Так не обязательно, чтобы он летал. Главное, чтобы он катился. Правильно? Да, ехал. Так он даже не заводится. А я думаю, будет очень патриотично, если мы его привяжем к новой Ладе. Новой Ладе? Угу. А что, он ее очень любил. Слушайте, а может, будет еще патриотичнее, если мы его и похороним в Ладе? Русский автопром и Путин. Вместе и до конца. Хорошо. Хорошо. Это хорошо. Вместе и до конца. До конца. А, ну гроб же все равно нужно заказывать. Из чего гроб-то? Из красного дерева? Или, может, из русской березы? Березы. Не надо. Гроб прислали из Украины. Да, из какого материала? Не знаю, сказали подарок. Я спросил, из чего. Они сказали, не ссыте крепкий, не выберется. Ага. Хорошо. А все из вас помнят, что первый ассоциировал себя с Петром Первым? С императором? С императором. Да. А вы помните, что после смерти императора к нему в могилу клали его верного коня. Я не понимаю, что вы предлагаете? Я ничего не предлагаю. Но Лаврова надо предупредить. Да. Лаврова предупредить. Хорошо, идем дальше. Так, нам нужен оригинальный проект памятника. А из каких материалов? У меня есть предложение. Да убери ты!
Я не об этом. И еще один важный момент. Кто-то близкий должен будет сказать речь. Ой, ну кто? Ну, да ну, ближайший вот он сидит же. Да вы что? Я вообще не умею красиво говорить. Ну, ты же ему что-то говорил перед тем, как он... После того обычно я ему говорю, и что я там говорил? Молодец, Владимир Владимирович, вы сегодня прям хорошо так жахнули. Это достойный ответ на санкции. Ну, вы знаете, если не знать, чем вы занимаетесь, то, в принципе, речь неплохая. Да, вот. Неплохая. Да, отлично. Ладно, скажу. Конь, Лавров пусть скажет. Да что Лавров, он опять скажет что-то непонятное. Президент не умер, он переформатировал свое отношение к жизни. Ну, да. Ну, в таком случае Песков может сказать. Песков тоже умер. Как? Кто сказал? Песков и сказал. По всем каналам. Говорит, я умер, ко мне никаких вопросов. А потом взял и нахрен сбрил усы, поэтому мы хрен его найдем теперь. Вы, кстати, не Песков? Я похож. Похож. Нет. Кстати, Медведеву уже сказали. Не-не-не, Медведеву говорить не будем, тем более там, где он сейчас находится, там связь не ловит. В бункере? Нет, в запое. Так, давайте подытожим. Значит, похороны ФСБ берет на себя, да, записываем. Ага. Похороним в секретном месте. Да, секретно. Ну, а ваша задача удержать страну от внешней агрессии. Это понятно? Это понятно. Так точно! Слава богу, наш ядерный щит живее всех президентов. Зачем мир без России, а? Сейчас мы откроем ящик Пандоры. Сейчас как жахнем. Как жахнем. Пускай все знают. Ну? Так, одно из двух. Либо наш ядерный щит полный щит. Да. Либо я перепутал чемоданчики. Не перепутал. Погодите. Так это что, получается, вокруг нас одно дерьмо? Так получается, мы что с вами, господа? Да, господа, мы с вами... Просрали Россию! Просрали? Да! Я Германия! Это все Германия! Дизель-шоу!